Ух, уже пошло. Но она была прозрачная, все черное. О, ну как канализация, прям вонище. Ужас, конечно. Да, она вон, пенится идет. Это все сейчас уже маленько меньше стало запах. Видно, протягивает. Черная вода. Ну а рыба-то вся дохлая, ребятишки даже снимали на учхозе, на это. На... А есть видео? Я не знаю. Это Кирилл, есть у тебя видео с собой, где ты снимали рыбу? А фото? Ну а что ты? Фото? Одна рыба вот есть. Ну ты же много там где был. А в Игоре? Я не знаю у кого. А? Я не знаю у кого. Ты не местный житель, да? Да, местный. Можете рассказать, ну, всю звук на ситуацию экологическую, вот именно со сбросом нечистот. Но как бы все знают, кто здесь, кто как вот пустили эту воду. Не только в рыбу. Это когда примерно было? Это ладно. Ой, я сейчас даже не помню. Ну, он до майских, а? Или до майских, до или уже? До майских. Вот мы шли, у нас был спектакль 28 апреля. И мы шли вот только не этой дорогой, а у нас там же еще один мост. Угу. И вот мы когда проходили, в нос вот прям резко. Так в нос, она запах. Черная. Я вода, не вода поняла, идем мы с коллегами, черная. Я говорю, девчонки, я что-то не пойму, а чем это так воняет-то? Какая-то канализация, не канализация, такой вот запах, дохлятина, не дохлятина, такой вот едкий запах. Ну рыба вся сдохла, говорю, берега были все в рыбе. Неужели это у нас это, дворы дохлая, догадались дохлая рыба, почистили? Которые так вот плавали. Вот, а, ну вы подумали на амбу. Да, мы подумали, говорю, неужели это вот дворы почистили? А девчонки-то говорят, да какое дворы? А выше-то, говорит, как за коммунальным мостом, там-то какие дворы? Там-то тоже такая же вонь стоит от речки. От самого учхоза. От речки. И там все заинтересовались. У нас дом, получается, огород выходит на речку. Конец огорода-то уже невозможно. Вонь стоит от воды. Ну, они все спустили этот резервуар свой. Ты считаешь, это свинокомплекс, да, все-таки? Качу, 100% свинокомплекс. Ну откуда-то оно взялось, вот это? Ну до сих пор, вы видите, вода еще черная бежит. Это надо сейчас года два, сколько это на вешних вод надо, чтобы это все промылось. Она же все закиснет, запахнет, зацветет. Если источник убрать, она вполне возможно, что она восстановится, потому что здесь ключей много. Амбушка, в ней ключей много на самом деле. Вполне возможно, что она очистится. Так она же пошла и по озерам, но и на озерах рыба сдохла вся. На озерах, на каких озерах? Конечно, вот они пошли. А вы можете перечистить? Я просто не местный. Какие озера, что ли? Название. Название. Ну, давайте начнем первое озеро. Не-не, оно впадает у нас. Барка. Барка, потом Толовая, потом Шиль, потом Чистых озеро, потом Травное, Глубокое, Артельное. Коновалое, кривое. Вот здесь вот это рыба дохла уже. Поперечная. То есть рыбачить там смысла нет? Нет. Рыбачить. Все? Все. Там наши рыбаки вот поймали рыбу вот недавно, начали уху варить. Она навозом прет и все, и выбросили все. Рыбу. У нас здесь еще бобры были. А как вас зовут? Меня Сергей Павлович. Миля. Кутернин. Вы житель Амбы? Да, житель Амбы. Угу. Ну и, собственно, это впервые? Впервые, конечно. Впервые. Нет, есть информация, что и в прошлом году что-то было. Либо рыбаки мне сообщали, что что-то где-то по трава была. Года, может, ну, она у нас не дошла. Может, там на, на как она, Сафонов мостик. Вот там это. На дачах. На учхозе, да. Там, да, может, немного часть. До нас не дошла. А сейчас-то все это с спутником прошло. А она же потом эти все озера соединяются с Уенью и впадает в воду. До самого Томска и дальше. Это само собой, да. Ну здесь уже 100%, здесь 2-3 года рыбы вообще не будет. Здесь да не только рыбы торт. Здесь и ребятишкам уже не покупаться. Все. И про бобров. Про бобров еще расскажите. Тоже... Ну их же было много вообще. Здесь было много. Там все... вот выше по амбушке, выше туда. Вот. Там вообще много было бобров. Все бобры погибли. Да и только бобры. И андатра, и норка, которые живут в воде. Все погибли. Все погибли. А как давно остальное погибло? А? Ну вот андатра, норка, как давно их нет? Как нету? Ну, ну вот она как... была, вот она была до этого момента, до этого, да, конечно, до этого времени. А вот такая вода, она же не будет в такой воде. Ну.
все, все живое. Это все потравили, аммиак же, все. Ужас. Я собак вывожу гулять туда вечером. Там вот, ну, мостик речка бежит. Собаки купались раньше. Сейчас подбежали даже и не пить, воду не стали пить и не купались. Ну все, отравили. Очень она воняет. А сейчас она зацветет, и вот сейчас, сейчас жара пошла, зацветет и вообще дышать этим будет. Даже в деревне дышать этим будет. Не только на рыбе и купаться. Сделали там им ребятишкам небольшой пляжик специально, песка привезли, огородили, чтобы хоть маленько купались этого ребятишка. Ну, это у вас сейчас единственный водоем поблизости, да? А? Это у вас единственный водоем поблизости. Да. Все, у нас нету больше водоема, это только есть. Причем, видите, получается, что у нас вот, амбушка, она делит деревню на две части. У нас с этой стороны две улицы и с этой стороны две улицы. И мы сейчас заложники вот этой вони. Ветер у нас или север-северо-запад идет на эту сторону, либо юг-юго-восток на эту сторону. То есть то одна сторона будет задыхаться, то вторая сторона будет задыхаться. Дома-то вот они, видите, стоят рядом. Угу. Ребят, что, фотографии организуете? Вот, выйдут. Там видео, что надо. Надо прям поближе спущусь. Все черное. Вонище прям невыносимое, вот как будто голову запихиваешь в канализацию. Вот она вот все. Вот, должны быть какие-то там сикарашки бегать. Ничего этого не найдем мы теперь. Вот прямо вот реально, как вот из канализационной бочки вытекает все, что наружу. Около многоквартирных домов, когда вот канализация переполнена, вот примерно вот оно. Вонище, конечно, страшенное, да, здравствуйте. Повезло вам с этой экологической катастрофой. Я понимаю, что на комплексе, а там он здоровый, то есть есть место конкретное, вот прям вот, чтобы... Нет, там их какие-то... Это должны разбираться там уже. Там туда и не попадешь. Там территория огорожена, но все на пропуске. Ну, там 4 резервуара. Это понятно, но речка же проходит... Там пруд. Пруд один. Оттуда амбушка, амбушка вытекает. Вот эти все пруды, там тоже дачники тоже жаловались, у нас тут невозможно не поливать и воду брать. То есть амбушка, она из пруда течет, да? Ну, она еще там выше почему берет? Там выше берет. Тот, ну, она болотце махает. Ну, имейте в виду пруд, который... Ну, это не пруд, наверное, а около СМТ Нива. Ну, там вот такое тоже большая заводь. С правой стороны от дороги, если туда в Сидоровку ехать. С правой стороны и с левой выше, где у них все этот свинарик. Там тоже там, есть, да? Конечно. Я туда еще не был. Ну да. Купаться можно. Бобровы, да, были эти? Да, бобровы. Вечером идешь, они прям здесь. Пилят прямо бобры, грызли это все. Есть бобровые хатки, там дальше по амбушке были бобровые хатки. Там вот были. Ну сейчас-то фиг, наверное. Ну а сейчас вот там, что осталось от этого? Вот там, возле бора бобров видели. Ну, здесь надо сходить еще посмотреть. Прям вот эти. Они же сгрызают эти все стволы. Да. Это с другой стороны. И вот здесь вот все это происходило. Рыба дохлая. Ну сейчас тут ее не найдете. Ребята взяли пробу. Ну, мутная, черная вода вот с такой вот пеной. Черная. Так, это еще одна дамба в самом населенном пункте. Амба. Просто подойти, посмотреть берега у этой
дамбы. Ну, вот вдалеке видно сама школа. Там, ну, крыша школы. И вот здесь люди ходят. И вот женщина как раз рассказывала, как она переходила с, ну, не знаю, как сказать, с подругами через вот эту дамбу и почувствовала запах вот этот невыносимый. Посчитали, что изначально это акционерное общество «Скала». Тут выше где-то вот здесь вот ферма в этом направлении. Да, и что они сбросили какие-то отходы прямо в речку Амбушка. Прямо, как она называется, не знаю, где как написано по-разному, кто как говорит. Но они говорят, да еще и выше же там по трава-то идет. Вот так, друзья, незаметно. Капелька по капельке уничтожается. Уничтожается природные богатства нашей Родины. Родина наша. Сейчас вот они говорят, купались даже ребятишки. Что-то можно было бы рыбу там ловить с удочкой. Сейчас вот такая. Не знаю, надо вот ближе подойду сейчас. Ну, чернота, чернь вообще. Вот реально. Как будто из канализации все это прет. Я не представляю, сколько в таких объемах можно это все сбрасывать. Вот такую черноту. Ну, черная вообще вода. Ну, как вот может быть весной? Вообще охота даже на другую речку приехать и показать, как это бывает. Какая должна быть вода весной. Из-за обыкновенной вот реки, которая вот вырастаял снег, и оно бежит. Не знаю, если получится, покажу еще репортаж такой. Ну, вонища такая есть, есть вот эта вонь, прямо канализационная. Не знаю, как по-другому. Река Скала, это проходит она через населенный пункт Скала. Да. Ну, вон птичка даже улетела. То есть здесь и птичка прилетает водички попить. Ну, совершенно другое состояние реки, воды. Да, ну, сейчас тут. Ну, видно, прозрачная вода, зеленоватая, слегка совершенно. Все видно, дно, там вообще ничего. Потому что в эту речку никаких сбросов не было.